Кто же в огород пойдет? Урожай нам соберет. Привет, малыш! Я так рада с тобой познакомиться. Меня зовут мама Соня. Я очень люблю копаться в огороде и выращивать всякие вкусности, например, овощи и фрукты. А еще я люблю готовить, печь пирожки, тортики. Ой, какие они сладенькие и вкусненькие. Я обязательно тебя как-нибудь угощу. Ты только взгляни, мой хороший, какой урожай созрел в нынешнем году. Все лето я ухаживала за ним, поливала и говорила ласковые слова. И вот ты только посмотри, какой восторг! Вот это радость! Давай посмотрим, что растет на грядке. Здесь есть свекла, чтобы борщ порезать и варить в кастрюльке примерно часик без оглядки. Сюда же нам нужен лучок с морковкой, картошечки три средних покрошить и чесночка два зубчика с головки. Еще в земле растут капуста, репка, редька и редис. Они станцуют витаминный вальс тебе на бис. Ты посмотри скорее, сколько здесь цветов, мой друг. Богатство красок, радужных оттенков круг. Ну а теперь давай соберем все овощи с грядки в нашу корзинку. И ты поможешь мне. Итак, что тут у нас есть? Ага, морковь. Сладкая и оранжевая морковка. Из нее можно сделать морковный сок. Здесь еще есть капусточка, три больших кочана, два сочных зеленых и один какого-то необыкновенного цвета, похожий на голубой с лиловым и сиреневым оттенком. Это моя любимая краснокочанная капуста. Так. Что там еще спряталось у нас в земельке? О, я вижу лук. Ароматный золотой лучок. И чеснок 1 и 2. Желтая репка. И, о, сахарная бордовая свекла. Картошечка. 1, 2, 3. Ух ты, и 2 редиски. Так, а что же здесь у нас есть? На этой грядке я вижу красные помидорки. Ого, сколько помидор! Много помидор! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 круглых спелых помидорок. Здорово! Ага, баклажан. Смотри, на веточке висит такой фиолетовый. Тут рядышком кабачок еще спрятался. А ну-ка, иди сюда. Ой, какой зелененький кабачок. Вот и тыква под листочком. Есть душистый перчик. И рядом кукурузка, сладкая как мед. Еще горох висит на веточке, ты посмотри. Зеленые малютки-горошинки. А здесь огурцы. Две ветки хрустящих сочных огурчиков. Фух, похоже, мы собрали все. Ничего не забыли. Вот сколько овощей, а сколько витаминов здесь. Урожай выдался на славу. Пора звать на помощь. Мне одну такую большую и тяжелую корзинку не дотащить. Господин улитка Хук, мне нужна помощь. Привет, привет! Я слышу, что меня зовет мама Соня. Погружайте все в тележки. Отвезем мы их без спешки. Важные и нужные всем овощи нам дружные. Прямо с грядки сочная, парочка чесночная. Сладкая пятерочка, спелая морковочка. Крупный раз, качок присел. 2 и 3 еще доспел.
вам лучок подсадим мы. Пассажиров двух нашли. Кукурузку, веселушку, хохотушку, говорушку, ну и перчик душку. Свекла, репка, две сестрицы, пора бы нам поторопиться. Три картошки потестились, с радостью все поместились. Помидорки всей гурьбой, красной яркой толпой, как на веточке висели, так и тут семьёю сели. Огурчикам пришла пора занять свободные места. Редиски тоже проходите, обе попки посадите. Тыкве скажем мы словечко, здесь удобное местечко. Баклажан и кабачок, большущий гладенький бачок. Горошинки, малышки, озорные ребятишки. Тебя хочу спросить теперь и рассказать, а ты поверь, что витаминов в овощах не поравнять ни с чем. Их важно кушать в щах. Какие-то нам даже можно не варить, а так покушать в радость натощак. Поехали с нами, у нас еще столько дел впереди. Я буду ждать тебя в следующей серии. Слушайся мамочку и кушай полезные овощи.